Всем здравствуйте! Как вы помните, в конце прошлой части мы оставили вот этого парня жить. Но сегодня, я надеюсь, мы ему наваляем. Хотя у него хорошие навыки, 15-10. И армия сильная считается. О, кстати, он вроде был очень сильный, я добавил себе чуть призраков, он сразу стал просто сильным. Ну что, давайте посмотрим, чего мы стоим. Такой что-то... ладно, обиделся тут. 55 конников. Шиша себе. 9, 14, 15, 10. Ну, в принципе, фактически равные. Да, основная проблема это, конечно, конники. Надо будет что-то с ними сделать такого и такого. Посмотрим. Так. Ну, вот так всех задеваем. Что же можно сделать с конниками? Замедлить? Я не думаю, что прям так эффективно будет. 5 раз, 1, 2, 3, 4, 5. Конечно, шарахнуть бы сюда чем-нибудь. Или может ему ловушку какую подставить. Как-то его надо. Ну давайте. Ставим ловушку для начала, потом посмотрим, что к чему. Нифига себе, 700. Она даже через телегу пролетает. Ладно, вроде. Сколько у него сейчас скорость? 5. О! Вот конника ты и ударишь. Наш быстроногий друг. Ох, отлично. Просто замечательно. Всяких стрелков надо убивать. Что-то небольшие подтормаживания пошли. Возможно, я зря взял больше призраков, чем надо. Так, ну теперь он не ответит. Так, сколько у этого скорость? 6, 1, 2, 3, 4. Блинский блин. Черт. Может, стену поставить? Или пока отлететь, поставить стену, а потом есть что ударить. Подожди. Ну все, сейчас призрак будет только криты получить. Ну, ладно, я его и так нормально набрал, побейте его пока, пожалуйста. Очередь выстроюсь.
хорошо ударил. Молодец. Гурец. Прям гнов этих надо замедлить, чтобы они не бегали с ним. Да, коник, ты вообще супер просто. Так, надо загородить ему всевозможные подходы к моим лучникам. Так, что-то я не хочу больше криты получать. Вы же меня извиняете. Что можно сделать? Энергетиков. Ну давайте. Может кто соберет. А чё всего два? Или я их не улучшил? Ладно. Что ж ты энергетики возле моих солдат? Да ладно, напугали прям. Дыхай. Того в углу надо грохнуть. Так. Черт, сейчас это может забрать мой энергетик. Нет, сволочь! Так и забрал мой энергетик. Все, этот собрался в бой идти. Ну давай, давай. Пех, пех. Пех, 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 пех. Тормози, друг. Вот, вот так вот. Так, мы пока с конем будем разбираться. А, никого не будет. Всю эту мелочевку сбили, задолбали уже. Да фига себе, ты как так дошел, друг? Сколько уже можно-то бить моего конника-то? Ой, и моего призрака. Пять и 100%, офигеть. Сколько я лучников потерял. Так, это друг. Еще 6. Ладно, нормально. Бум. Да, вот чем хороши лучники, в отличие, допустим, тех же пушкарей. Если я сейчас возьму пушкарей вместо лучников, я их... Ай-яй-яй-яй-яй, забыл. Если я возьму лучников вместо пушкарей... Я забуду... Там сколько одного надо убить? Ой, я не смогу их лечить обычной магией, то есть только священник сможет их лечить, вот в чем минус. 3-4, одного вроде мне надо снять. Ну ладно, 3-4. Все, нормально. Хороший бой получился. Уа-ха-ха-ха! Все-таки двух обычных призраков потерял. Ну, это капля в море. Интересно, дадут что, нет? Хотя вряд ли за таких что-то ничего не дают. Вот это я не понимаю, что дают ледяные шипы.
Урон 240, 200, ярость 40. Нет, это пока не будем у нас ярости так впритык. Давайте посмотрим, что за ледяные шипы. Блин, я еще с этим обручем дрался, вместо того, чтобы поменять на маску. Так, магия, наверное, либо на искажение, либо на хаос. Покоплю. На хаос 4 силы, здесь 2 силы. В принципе, можно ночные операции, так как мы сейчас находимся в подвале. Ладно, посмотрим, пока ничего не будет трогать. Продолжаем просто исследовать. Слабый. Давайте сейчас сюда поедем. Сейчас убью циклопа. Здесь что разведаем. Потом тогда туда. Циклоп убит. Едем дальше. За циклопа я получил еще один жетон. Угад спрятал. Так. Очень сильный хэл. Вот это уже. Вот и замок. Блин. Черт, у меня не ярости на полный косяк. Не маны. Блин, неужели объезжать придется? Пока не хочу с этим хэл драться. Рда легион. Не хочу с ним драться из-за того, что у меня нету достаточно ярости и маны. Или все-таки попробовать. Пузырек не хочу троить. Ну ладно, давайте. Можно было чуть побольше призраков взять, что я чувствую, сразу терзать начну. Блин, глаза то хренища. Они же еще магии бьют. У меня призраков. Да, больше, наверное, призраков надо было брать. Только так. Только так. Давайте посмотрим, что будет. Бум. Это полный офигеть. Не, давайте вот тебе. Чё за хрень? Какого? Почему он не подчинился,
Что за несправедливость? Уродские уроды, блин. Как же так? Ненавижу глазов. Вот, зеркало тебе, урод. И вот так вот. Шлёпок. Ну вот, зашибись. Меня схватили. Или накопить, когда всем вмякну. Ух ты, кто-то паук ударил. Нехило причем. Видимо, это удар, чтобы они вне очереди ходили. Усыпи, спасибо. Черт, 28. Ай. До шарика не хватает. Зато можно по всем. Да, наверное, лучше так. Че такое? Замедлили. Спорится, что ли? Садить этим глазуна. Да что б вас всех? А, и вот это, наверное, все-таки надо. Не знаю, глаза меня бесят, пауки меня бесят, лучники неуправляемые тоже бесят. Да на тебе. Так, 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 так. 27. Воскрешение надо копить. Такой или нет, надо зеркало боли использовать. Ты же последний удар нехилый такой нанес. Что-то там приперся. Еще такое киркой что-то стучит, типа ля-ля-ля, я тут ни при чем вообще. Блин. Да нет же! Ну почему лучник три хода держится? Я уже мог шар запустить. Шарахнуть им. По самые не балуйся. А, давайте ману лучше соберем. Ярость. Нет, мне основная мана нужна. 4. Опять. Не спалась.
Да, три хода. Да, глаза одни из самых вредных врагов-призраков. Ну вот. Еще и засыпило. Съешь его. Где всех призраков потерял? Допустим, так. Может, и зря, но... Блин, да что вас леший дрючил? Почему призрак не может через юнитов перелетать? Дебилизм какой-то. Ага, хрен тебе. Глаза на нос. Семнадцать. Еще 9. Офигеть. Просто офигеть. Просто офигеть. Ай-яй-яй. А не, у меня там энергетики не возобновились. Что он делает? Паук вроде еще не ходился, он ему дает этот доп-код. Странно. Или он засыпанный стоял, засыпленный. Раунд по одной мане дают. Мы можем...
Ну все, и еще воскресить чуть-чуть лучников. Фу, хороший бой был, хороший. 15 лучников, 15 инквизиторов и кучу призраков. Ну а призраков не стоит слишком беспокоиться. У нас их запас там нормальный. Конечно, жалко немножко инквизиторов. Где я сейчас их буду набирать, я не знаю. Это придется куда-то ехать опять. Так, ну ладно. Поставим это сюда. Скоро у нас будет уровень. Ну давайте заедем в замок, посмотрим, кто здесь обитает вообще. Тадумрег. Что за Тадумрег? Вот у него тоже есть. Человек в наших шахтах. Чё ты удивляешься? Да ведь люди редкие гости наши позднее, все больше в качестве пленных в последнее время. Извини, забыл представить. Тадумрег, глава древнего гномовского рода. А ты кто таков будешь? Я задался искать служивую скорому. Ишь ты, небось, верно птиц, да и чем же занимаюсь, крыски искать? Пропажем всякие? Ну, можно сказать так, откуда интересно, неужели потерял что-то? Ох, пропажа у меня, прав ты. Да не просто пропажа, хотя... Что это я с тобой тут скачу? Вижу тебя вообще впервые, кто знает, что ты за птица. Ведь речь идет о моей любимой доченьке Герде. Да мне сам король Марк доверял свои личи, а ты боишься высказать. Ладно, ладно, сам понимаешь, волнуюсь я за него очень. Моя доченька, милая Герда, занимается работой потом у вас людей, так, наверное, не принято. Но любая намазская женщина с измальства должна учиться быть полезной своему мужу. Дров руби, доспехи печить, секиру, ну ты ни хрена себе там. Ну, блядь, за дровами бы добрый защит. Это сказалось неплохо, неплохо, как же сильно твоя любовь. Я о награде говорю, если не понятно. Награда, слыхал немало, ваше человеческое краснота. Вот теперь... Теперь дочку надо найти. Так, а теперь я хочу тот эксперимент провести. Так, по две штуки сейчас возьмем каждого. По две, но не знаю, почему именно по две. Глаза одного вообще возьму. И этих тоже. Такс. Сейчас мотаюсь опять я вот сюда, где мы дрались с самим собой из будущего. Посмотрим, сможем ли мы сейчас подраться с такой армией. Кстати, еще один. Так, а здесь, кажется, паук обитает в этой зоне. Ладно, мы сюда потом сходим. Сейчас назад вернусь. А, я здесь уже был, да? На карте кажется так далеко ехать. Спутал я немного места. Вот здесь нам, оказывается, надо подниматься. Не в другом месте. Ладно, чтобы бой был принят. Блин, всю ярость уже исчезла. Да, попробуем. Да идите вы нахрен, ваши люди, что не позволяют нам так сделать. Ну что ж, придется как-то по-другому укомплектовываться. Видимо, там надо, чтобы 50% полное было лидерство. Потому что в прошлый раз я призраков не добрал как-то. Ай, блин, здесь гном шастает. Успею
вернуться. Так, что же делать? Брать лучников, не брать. Или взять пушкарей. Пушкарей. Ладно, давайте оставим так, чтобы быть. Придется пушкарей взять. Давайте посмотрим, что здесь, в этой части. И мы оказались, где пещеры и циклопов. Вот тут циклоп уже готов уходит нам навалять. А вот вход в пещеру циклопов. Черт, мне все равно придется назад возвращаться брать инквизиторов. Я их прилично потерял. Ладно, с этими я потом побеседую. Ныркнем сюда и посмотрим, что здесь. Слабее и слабый. Что они там охраняют? Ребят, что вы охраняете? Здесь, конечно, призраки не очень так нужны, так как циклопов не подпитаешься особо. Ну, давайте так, да. Блин, вот этих 20 что-то не заметил. Правильно, статуя, так его. Ой, умер. Ничего себе. Типа напугал, да? Четыре, семь, девять. Главное, это как корм призракам оставим. Эта статуя пугает. Может, ее вообще разбить? 120. То сейчас как зарядит по моим ребятам. Лучше судьбу не испытывать. Да, в ладоши похлопаем. Хлеп, 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 и в ладоши. Двоих. Двоих ноль. Ну, пушкарь выдержал удар. Молодец.
Ну-ка, броню. Что-то пушкари меня даже своим тройным выстрелом как-то особо не впечатляет. Если честно. Это если был бы артефакт, который позволял бы 100% увеличить атаку стрелкам. А, ну он бы и лучника увеличил. Тогда может быть и так что-то как-то. Так что чувствую, мне придется все-таки съездить назад. Забрать лучников. А, еще чуть-чуть, но я думаю, на втором циклопе. Я уже наберу опыт. Что там? А, вот она, дочка-то его. А, спасите, помогите. Ты чего там воешь? Выходи и иди домой, твой папаша уже заждался тебя. Ты пришел сегодня? Ну, если победить цикл, то сидя одному называется вред, то да, за этим я и пришел по просьбе. Эти цикл уже несколько недель, держа меня в плену, заставляли в пещере убирать и не избежать никакой спасителя, пока я гоню, давай я чем-нибудь тебе вкусываюсь. Съел. Ладно, сейчас это грохну. Уровень получен. О, 800 лидерства, обалдеть. Как-то странно, когда нам дают на выбор атаку или лидерство. Лидерство каждый уровень, там, через уровень повышается. Ну, скажи что-нибудь, скажи. Вот, а почему-то атаку не предлагаю, там, 2 атаки на 800 лидерства или 3 атаки. Как-то несопоставимо. Да, если вначале можно, там, сделать выбор в пользу атаки, там, вместо 100 лидерства, 800 уже. Так, ну а что же мы можем выбрать? К сожалению, магию хаоса и искажения я так и не могу взять. Что могу рунный камень прокачать? Второй раз. Бамс. О! Теперь магию хаоса могу. Также разрушение. Давайте магию хаоса и разрушение. В силе. Давайте натиск, чтобы инициатива в первом бою была хорошая. Такс. О, сразу урон такой неплохой стал, 630-720. Правда, мана уже 10. 10 кристаллов берем. Здесь урон в центре 720. Ну, я думаю, это нет смысла улучшать огненный шар. Да, он будет есть меньше маны, но... Это очевидно. Такой же урон, только в области, а этот в центре только. А, нет, он будет стоить даже 12 маны. Поджог 31%. Странно. Я не понимаю. Этот же гораздо лучше. Ну да, у него поджог может чуть больше в процентах. Но зато этот урон всем ровно идет, а это только в центре. Поэтому смысла... Зов некроманта. Не пользуюсь, не буду тратить на это пока. И все? А, вот же еще. Огненная стрела 420. Ну давайте возьмем. Ядовитый череп 200-700. Ну ладно, возьмем испуг. Время действия 3 раунда. Ну да, это лучше. Так, ну и вроде как все. Больше я особо так ничем не пользуюсь. Берсеркер, конечно, можно взять так, чтобы... Так, а плюс 80%. Чума... Чума, она что дает? Она дает бонус нежить.
Не действует на демонов. Я же чуму разрусь. Разнось. Прилив сил. Я что-то это не прокачал. Так, что еще? Видимость так не прокачал. Ладно. Пока что как-то так. Пока что так. С этим не буду драться. Что-то мне эти склопы как-то не вставляют. Так, ну пойдемте, получим награду у гнома за дочь. Эй, опять ты, ну что, нашел мою Герду? Разу глаза, вот же она, твоя дочь. Ах, да лентяйка. Ну она все готова, чтобы не работать. Небось, опять будешь не вылезть рассказать. Короче, вот награда. Короче, если бы у нас не было жены, мы бы могли взять в жены вот эту дочь. У нас таким носом, конечно, бровищами просто. Но она там какие-то дает бонусы для гномов. Так, ну, я не хочу брать, верну своих любимых лучников. Что-то меня как-то этот пушкарь не вставил. Так, ну для этого мне надо будет... вернуться, проделать огромный путь назад. Или может не такой огромный. Так, тогда что я сделаю? Так, мне нужны священники и лучники, да? Я побольше, наверное, их наберу и сюда привезу. Потому что один хрен. Вот здесь, я думаю, ближе, чем ездить. С той стороны. Так, ладно, поехал я за свою армию.